А вот дорожка. Конячка, да? Конячка вон. На Силера похож. Да. Скажи. Да. Такой же. Коневатый. Какой? Он еще ел такой. Оп. Ага. Вообще на Сирера похож. Знаете, церковь какая разрушенная. Ёлки-палки. Да вон направо, на левый голос. Не знаю. Друзья, как вам церковь? Церковь, видите, какая прекрасная вдалеке. Мы сейчас к ней вернемся еще. Мы... Церковь? Во-во. С одной рукой с камерой забавно, конечно, кататься. Можно вот посмотреть, показать все эти моменты. Блин, если пойдешь с такой камерой, конечно, будет беда. Александра, видно там? Да, видно. Видно. А пруд какой впереди. Вы посмотрите на него. О-о-о! Огонь. Чисто за карпом есть. Да, чисто за карпом. Saint Koi. Видите, я как рулю. Одной рукой. Смотрите, какая красотища, как здесь пахнет свежим воздухом. Ну да, свежим воздухом прям пахнет. Ой, как потрясающе. Как вам такой замечательный, Полина, едь вперед. Как вам такой замечательный пруд? Вообще как потрясающий, по-моему. Вот советую посетить, посмотреть хотя бы на него. Это, скорее всего, какая-то уже частная территория. И так просто у вас уже в ближайшем будущем не будет возможности посетить его. А в ближайшем будущем, вообще ближайшем, скорее всего, это все будет китайским. Ой, там какая-то внутри система. Блин, так приятно пахнет тут. Не знаю. Смотрите. Ого! 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 Так, голова подкруживается чуть-чуть. Так, немножко подкруживает. Хочется, кажется, что ты упадешь сейчас вниз. А? Что говорите? Подкруживает вот тут башка. Я серьезно говорю, если у кого-то проблема с вестибуляцией, то я не советую сюда заходить. Да, да. Видите, эта штука намертво засобачена.
Блин, здесь так забавно, если честно, но, если честно, очень-очень подкруживает голову. Но, ну, уже я привык, но было вообще поначалу сильно. Там Прохор, блядь. Прохор, выходи, Прохор. Поехали кататься. Да, можно душ принять. Дай, передай полотенце. Можно проехать, да, канаты покупать можно. А пруд, смотрите, какой огромный. Он туда еще продолжается, получается. Он прям туда, да, идет? Да, да, да. Пойдем прям. Как вам тут? Как тебе? Ну да. Ну что-то нажало, подожди. Ну записи, да. Все равно, я честно говорю, перепрыгивай. Ветер так подшатывает, и такое ощущение, что ты упадешь прямо в пропасть в эту. До херена. Да. Ну, десна типа, ну детский, нормальный велик. Ну, обычный, хороший. Десна, да. Да и что, у тебя нормальный велик. Погнали. Оп. Заезжаем с вами, дорогие, мы видите, в такое замечательное место, как Бондаревка. И написано: «Благослови, Господи, всех сию». Благослови, Господи, всех сию. Это, что это означает, неизвестно только. Вот, видите, нас встречают небольшие заброшенные и незаброшенные постройки. Но путь мы держим к церкви. Путь мы держим к вот этой церкви, которая появится сейчас из под этих кустов. А вот здесь смотрите, что мы видим с вами. Мы с вами здесь видим замечательную брошюру, описывающую, когда произошло, да, это поселение. Так, что здесь написано? Село Бондаревка было основано в 1843 году. Братья Бондаревы, Аполлон и Семен, бывшие военные офицеры. О, видите, бывшие. Ну, я, короче, не буду тут сильно умирать, читать что-то. Вот вы паузу нажмете, кому надо, и все прекрасно прочтете. Ну, довольно интересно. Я прочитал. Да, а сзади, видите, какая разруха. Мне кажется, мне можно залезть. Ну, что видишь? Я знаю. Поехали, погибли. Поехали. Вот, смотрите, как выглядят все маленькие построечки здесь. Деревня, в принципе, нет. Это же, получается, уже село. Село выглядит неплохо, как обычное русское село. Ну, если церковь разрушена, это означает, что в селе стагнация. Видите, в церковь разрушена, никто сюда не ходит молиться, креститься. Ничего такого здесь не происходит. А церковь, смотрите, какая была величественная, огромная. Просто для села. С огромным куполом, на котором сейчас наверху, видите, какая-то птица сидит. Тоже не маленькая. Как вы думаете, есть ли вход какой-либо в это замечательное место? Как думаешь, он открыт? А. Ну да. А если взять, забраться по лестнице по этой вверх, да? Да. А. Ну да. Вообще купол разрушенный жесткий. Ну да. Наверху грач сидит, да? Ворона, смотри. Омен. Что-то не восстанавливали, восстанавливали, да не восстановили. Здесь тоже купол есть, колокол, колокол. Я думаю, вот этим
действием происходит звонок. Ну, я прав. Настоящее, Господу помолимся. Настоящее. Классно. Так, ладно. Пойдемте. Зайдем. Да. Да. Как вам, друзья? Тут есть какой-то подвал. Друзья, прекрасен наш союз. Я, короче, нашел вход в подвал. Мы находимся под таким небольшим навесом. Этот навес нас ведет прямиком в подвал церкви. Ой, я не знаю. Так, что мы видим в подвале? В подвале мы видим с вами, смотрите, какие здесь есть. Есть какие-то лампы валяются. У меня фонарик, правда, садится. Да. А он в церковь не ведет, он просто подвал. К сожалению. Ну хоть в подвал зашли. Там нет входа. Там, да, там еще работает. Там есть свечки, всякие штуки лежат. Люди типа там проводят еще, видимо, всякие службы. Только как? Конечно, а ты видел, нету в храме куполов. Это ж получается антенна с Богом разрушена. Видите, вам надо антенны поточить. Ну хоть одна антенна досыла. А, есть, честное слово. Видите, есть антенна. Антенна с Богом связывает. Типа одна антенна. Ну есть. Ну мне рассказывали так, что церковь происходит через общение с Богом. А я думаю, по детству думал, каким же образом происходит общение с Богом? Скорее всего, посредством этих вот предметов. Мы запишем немного церковь. Ну, церковь, видимо, когда-то была потрясающих размеров и неплохая такая величественная постройка, потому что смотрите, видите, как было интересно все это сделано, обточено, рисунок из камней, вот эти вот обтачивалось, все это, я думаю, довольно тяжело сделать, не так-то просто, даже сейчас. Видите, вот крест из камня выточен. Все довольно неплохо, красиво, симпатично было. Я думаю, на реконструкцию этой темы нужно... Миллион. Да, ну больше, наверное. 20. Миллионов 5, наверное, надо точно, чтобы пошпатлевать заново, поштукатурить, побелить, все эти заманухи позамазать, двери поменять. Ну, я надеюсь, бондарьвчане, или как назвать их, этих людей, сделают себе хорошую церковь. И странно, что валяется вот такая огромная бочка железная. При такой цене на металл никто не забирает, не сдает. Вот так. Обратно вернемся. Давай, большая проблема. Знаешь, мы если поедем так, то будет круг. Ну да, горит диод, знаете, Полина? Ну да, он же заметно будет. Все горит, да? Ну как его не заметить? Мне кажется, он яркий. Ну все, все. Он яркий. Яркий, да? Ну ладно. А мне казалось, он яркий. Он не яркий. Не видно. Не видно, да? Так. Ну ночью зато палит конкретно тебя. Продолжаем наше путешествие по селу Бондаревка. Мы только что посещали, видите, вблизи увидели эту церковь. Эта церковь довольно неплохая, как я и говорил. Довольно величественная конструкция. Остальные дома здесь не такие величественные, как она, к сожалению. Но тоже неплохие. Все, Полина едет, едет. И мы потихонечку хотим проехать по всей этой области и выехать где-то поближе к городу, к станции, как я понял. А ты достань шокер сразу. Да, давай промчим, да и все. А вон колодец. Смирный, колодец.
А куда мы едем? Налево? Направо или прямо? Вниз. Я думаю, там дорога. Ну ладно, не будет, похер. Я жду, там такая фруктовая была. Помню, на тачке гоняли картошку, грузили в объезд. Там проехать нельзя было. Ага. Бондарюк Вован гонял. Да, красивый. Петух забивает, там нет Авроры. Да, есть. Да. Сохранилось, да? Блин, не такая, не, такой не помню. Ну, поехали, ладно. Постой. Она асфальтированная. Туда. Ну, ладно, я сейчас развернусь. А там что впереди? Как? А. Если на то пошло, клещи мы собираем по траве, когда лазим. А так их нету особо. Ну все, поехали. Александр нас ведет в правильное направление. Ага. Ну что? Прямо. Без. Блин, ну забавненько, да, друзья, кататься вот так по Бондарёвкам, по Мирным. Посёлок Мирный. Как? Да. Это как поеду по ним тропа.
Ну да. Проще всего тут проехать, да? Саш, как? А нам куда? Налево. Налево, да? Тут у них даже зебры есть, представляешь? И туда, не налево, блин. Может, это новая дорога. Я думал, лучше. Куда, куда? Сюда, сюда, да? Да, выезд. Ага. Чисто было. А вон элеватор как раз, да, вдалеке? Да, чисто было. Полина, по-моему, Полина, как твои дела? А? Топаным тропам. Как дела? Опустим, давай еще. Ну как будет передышка или сейчас опустить? Когда будет передышка или сейчас опустить? Ну скажи. Давай. А это что? Какой-то склад, да? Кумир называется. Полин, ты с ровом постоянно прямо передо мной останавливаешься. Ага. Я не знаю, так не было ни разу. Если честно. Да? Ну давай. Там подняли бутылки, сидели на скутерах. Да? Еще на скутерах, понял, такие. Вот тут? Выпили и на скутерах поехали кататься. А тут не закрыто? А тут охраняемое. А что это такое вообще? Да, это... Помню, что здесь вообще на... А здесь сейчас налево, да? Нам? Да. Нет, а что это за здание? Может, заедем? А что, ворота открыты? Друзья, а как вы думаете, что это? Мы вот ехали и увидели вот такую интересную локацию. Это, мне кажется... А вот тут даже, кстати, между прочим, есть, между прочим, написано, что это. Находится на улице Строительной. А это было... Видите, что это было? Топливного склада Суджанского райтопсбыта. Это топливный склад.